33 километра водопроводных сетей обеспечат питьевой водой около 4000 жителей 9 населенных пунктов. Они расположены в Красночитайском, Ириньско-Посадском, Чебоксарском, Шумерлинском и Янтиковском районах. Ранее люди пользовались водой из нецентрализованных систем. Жители этих населенных пунктов финансово приняли участие в разработке проекта строительства систем водоснабжения. Общая стоимость работ – более 173 миллионов рублей. Предложение о включении строительства объектов водоснабжения в республиканскую программу направлено на рассмотрение Совета по инвестиционной политике Чувашии. После получения одобрения будут направлены необходимые средства из республиканского бюджета.